нашли трейлер 76-го года, фактически в лесу зарытый, ржавый-ржавый. Он принадлежал нашему товарищу шведскому, который сейчас купил «Вектор». Но он купил «Вектор» с новым трейлером. Вот мы этот трейлер взяли, привезли, вручную его отфигачили. От ржавчины полностью покрасили специальной краской. Купила я на него новые колеса. Вернее, диски мы взяли старые, тоже отфигачили и покрасили. Сами шины купили. Поменяли ему всю электрику, все огоньки, все новое. Вот. А сейчас Мика там кредл на него делает, на который мы потом хотим установить мой существующий конформатор, этот ложемент, и все это загрузить лодкой и поехать из Бреста в Тринитэ. Вот. Сегодня этот трейлер у нас уже прошел техосмотр. Все в порядке, все горит. Так что вперед!